Здравствуйте, почтеннейшие судари и великодушные сударыни. Лермонтов Михаил Юрьевич. Не ради, краса молодая, хоть со мной наедине, стыд ненужный отгоняя, подойди, дай руку мне. Ни тепла твоя светлица, ни мягка постель твоя, но к устам твоим, девица, я прильну, согреюсь я. От нескромного невежды занавесь окно платком, ну, скидай свои одежды, не упрямься, мы вдвоем. На пирах за полной чашей я клянусь не расскажу о взаимной страсти нашей. Так скорее ж, я дрожу. О, как полны, как прекрасны груди жаркие твои, как румяны сладострастны пред мгновением любви. Вот и маленькая ножка, вот и круглый гибкий стан. Под сорочкой лишь немножко прячешь ты свой талисман. Перед тем, чтобы лишиться непорочности своей, так невинна ты, что мнится, я, любя тебя, злодей. Взор, склоненный на колено, будто молит пощадить, но ужасным, друг мой Лена, миг один не может быть. Полон сладким ожиданием я лишь взор питаю свой. Ты сама, горя желанием, призовешь меня рукой, и тогда душа забудет все, что в муку ей дано, и от счастья нас разбудит истощение одно. Спасибо.